Что сегодня огорчило больше, результат или игра? Естественно, игра. Мы ничего не показали, что можем, что умеем. Ничего не создали, поэтому все очень огорчило. Результат тоже огорчил, потому что хотелось, конечно же, победить. Вот, но в первую очередь игра, которой, в принципе, сегодня не было. Согласны с тем, что вчера в матче с «Авангардом» смотрелись гораздо более цельно? Абсолютно согласен. У ребят горели глаза, сегодня вышли. Не пойму, по какой причине. Очень вяло, очень монотонно. Поэтому, к сожалению, так. Какие выводы будут сделаны? В первую очередь... Будем повышать интенсивность, будем работать над вообще созданием голевых моментов.